На носу самое масштабное торжество зимы – Масленица. В Люберцах ее отметят с 12 по 18 февраля. Одними из основных площадок празднования и гуляний станут парки культуры и отдыха. Добавлю, Масленица традиционно олицетворяет конец зимы и начало весны. Кстати, весну в этом году синоптики прогнозируют уже совсем скоро. Масленичная неделя в этом году продлится с 12 по 18 февраля. В Люберецком округе с 15.00 пройдут традиционные гуляния в Центральном Наташинском парках, а также в поселках Октябрьский, на стадионе Балятина, в парке культуры и отдыха в Малаховке, в сквере Победы в Краскове и в Томилине, на улице Гоголя. Для гостей праздника на всех площадках будут проходить развлекательные программы. С 16 по 17 февраля в 11.00 свои двери откроет фестиваль «Ярмарочный балаган». А уже 18 числа на Масленицу на площадках будут организованы театрализованные представления, выступления фольклорных ансамблей и коллективов, традиционные спортивные состязания, а также мастер-классы и выставки народного промысла. Ну а для любителей красивых фотографий на всех площадках будут организованы фотозоны. Завершатся гуляния проводами зимы и традиционным сожжением чучела в 16.00. Мария Антонова, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Наталья Григорьева, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий.